Так, ты где? И он там. Не знаю, отошел Маш. Может быть. Что, дом прям тут? Можно. Чтобы далеко-то потом не бегать. Что-то это, я уже и не помню, как играть. Вспоминай давай. Только вот не бросать бы нам эту игру. По полной ее. Бы это. Дождь пошел. Так, в общем, играем Террарию с двумя Андреями. Андрей, в команду-то зайди, чтобы нас было видно-то, где кто есть кто. Какую команду, ёлки-палки, я из игры вышел. Да не так, как не ты, а тут два Андрея вообще-то. А чё ты вышел из игры? Да, гана как обычно, не принимает. Получение данных облогов 13% и всё. Подожди. Два часа? Ну, тогда Дима тоже ждал и нормально подождал, ну. Еще запуститься нормально не может. Хламина чертова. Компьютер. Компьютер ее не тянет. Нормально. А что ты мне, Влад, говоришь? Команду я не знаю как. Ну смотри, Escape нажимаешь, там справа, где все эти броня, там такие флажки. Ладно, в синюю зайди. А мы как будем дом строить? Как его? Комнаты под землю или вверх? А как лучше? Под землей и вверх будут. Не, просто смотри, вот мы тут это раскапываем, может, ну как бы под дом уже это все сделать. Давай под дом. Так потом. Ты, у тебя, Андрей, игра ведь не зависла, она двигается там, задний фон, все такое. Ну посиди, подожди, она просто у тебя загрузиться должна. Ну, сам понимаешь, на каком ты компьютере играешь. Компьютер, который не может потянуть Террарию, которая оказывается слабее, чем мой комп. Ну... Чё я еще могу сказать? Блеск! Система не тянет игру, которая слабее моего компа. Ну игра когда вышла? В каком там году? 14-13? Соединение потеряно. Да как так-то? Ну, ну... Ну я откуда знаю? Может попробуешь опять антивирусник выключить? Может антивирусник отлично работает. Нет, попробуй. Мы же не можем соединиться. Помнишь, что с Майнкрафтом-то было?
Ты... В Майнкрафте вообще другое было. Ну как? У тебя сетевой этот, как его, экран включен, может быть. Это тебя не соединяет. Попробуй. Это все твой ассет-нод, который... Это не мой ассет-нод, это не мой компьютер. Так нахер вообще этот ассет-нод нужен мне, надо? Ты втолычь кому-нибудь, что там у тебя? Понятно, кому еще. Мама не разбирается, вот папа у нас маэстро. Высший класс. Пилотаж. Не особо видно. Ставить антивирусник, который потребляет все, который проверяет все зачем-то, как будто да, на сервак, да, как будто он на сервак. Скайпом, он вместе со скайпом жрет очень много оперативы. Я тут же не в этом дело, он проверяет файлы, как будто там у вас стоят банковские счета какие-то. Какую стену делать на фоне? Из дерева или из камня? Давай деревянную. Деревянную? Андрей, просто попробуй выключи этот антивирусник сейчас. Я выключил его. А чё? Так а нужно этим сначала молотом сломать заднюю стену из земли. А у меня, кстати, молота почему-то нет. А кого надо скрафтить? Разве? Он да, же он? Вроде да, он раньше был это. В самом вот. Начале. А тут много чего поменялось. Или я что-то уже забыл. Нет, тут меч, кирка. А надо не деревянный, надо медный. Медный. Ай. Соединение потеряно. Да что такое-то, ну? Посмотри в интернете, соединение потеряно там. Введи в Террарии. Может, ты мне сам пришлёшь его и посмотришь? Кого? Соединение. Ну, сервер. Короче, приглашение. Давай. Даже у Димы, которого там комп косячнее, чем твой, никаких проблем с этим не было. Но у него антивирусника нет. Блять, глаза. Алло? Алло. Куда ты делся? У меня интернет, наверное. Не знаю. Влад, видишь, червячок надо мной ползает? Ну? Вот его можно с очком поймать и потом на него ловить рыбу. А-а-а. Теперь понятно. Только с очка нету. Его потом. Купить надо у кого-то. Да-да-да. У жителя. Я не помню у кого. Нашел, чтобы они сюда пришли, эти жители.